Добрый вечер всем, кто присоединился к нам в эти минуты в эфире телекомпании «Город», программа «Подробности». Местные власти активно используют право вести самостоятельную социальную политику в отношении пенсионеров, рожденных в военные годы. Но как только речь заходит о льготах, возникает миллион вопросов. Как попасть в этот список и все-таки чем один пенсионер отличается от другого того же возраста? Об этом мы поговорим с гостем студии, депутатом Государственной Думы, членом фракции КПРФ Владимиром Федоткиным. О детях войны лично я знаю многое. Мы снимали год назад, наверное, человек 8. И специально я задавала каждому из них вопрос. Кто-нибудь за вот эти годы приходил ли к ним, спрашивал ли о чем-то, пытался ли помочь? К сожалению, у всех один и тот же был ответ. Нет. А что сулит ваш законопроект, который вы предлагаете? И как вы видите эту ситуацию, как депутат Государственной Думы? Ну, вы знаете, к нам в Госдуму приходит очень много писем, приходило и приходит от людей, кого мы называем «дети войны». Это люди в возрасте от рождения 22 июня 1928 года до 4 сентября 1945 года, до окончания Второй мировой войны. В общем, это те люди, чье детство попало на военные годы. Им могло быть и год, и два, и три, могло быть и 10, 12, 14 лет, несовершеннолетние. Но те, кто постарше, естественно, старались работать наравне со взрослыми и в поле, и на заводах, и везде, 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 чтобы как-то и победу приблизить. Досталось, в общем, им и во время войны, и после войны. И таких людей немало. По стране их вот на начало этого года около 12 миллионов человек. Это большая категория. А почему так? Вот тогда досталось всем, а сегодня льгот или хоть что-нибудь? Почему-то выборочному количеству. Конечно, как так? Вы правы. Вот пенсия мы сейчас создали, помогли создать, объединиться этим детям войны. Около 2 миллионов человек объединились в организацию «Дети войны» по защите своих, ну, жизненно самых интересах. У нас где-то вот на начало этого года пенсия составляет средний где-то 12,8 тысяч рублей, она с индексацией на 4% с 1 февраля, то у детей войны, как вот мы опрашиваем, максимум получается 9, в общем, меньше 10 тысяч, да, и льгот из них примерно треть, даже больше вообще никаких не имеют. Ну, скажем, жизнь и так обидела их. Поэтому мы внесли законопроект уже третий раз, вносили законопроект. И вот 19 января Государственная Дума рассматривала его. Мы пытались убедить, приводили много писем, фамилий, примеров, что в конце концов-то, ну, должны же мы думать о наших гражданах, тем более в такой богатой стране, как Россия. Но, к сожалению, третий раз был отклонен. Что мы там в этом законе предлагаем? Значит, первое, установить им, ну, хоть как бы, не просто приблизить их к тем, к оставшимся пенсионерам, доплата ежемесячная 1000 рублей. Льготный проезд на городском или внутрирайонном транспорте. Льготы по социальному обеспечению. Там и дома-интернаты, целый ряд других ухаживают за пожилыми. И медицинские льготы. В основном это люди, которым уже за 70. Я бы сказала, уже под 90 в лучшем случае. Поэтому нужно торопиться с льготами, согласитесь. Почти на миллион каждый год их становится меньше. Так, конечно, если власть будет говорить, что подождем, у нас то одно мешает, то другое мешает, то третье мешает, скоро вопрос сам себе, естественно, отпадет. Но как эти люди проживут эти последние годы, и тогда было тяжело, и сейчас тяжело. Я думаю, если этот законопроект удалось бы реализовать, то кто-то прожил бы дольше, на год, на два, на три прожил бы дольше. Мы одновременно стимулируем законопроект не только на уровне федерации, но и на уровне регионов. Сейчас 16 регионов уже приняли свои законы о детях войны. Там поменьше льготы. Но все-таки кому-то лишний раз хватит на лекарства, кому-то лишний раз, может, хватит на там, ну, хлеб с маслом. Да? Хотя я в этом сомневаюсь, потому что сборы с населения и прошлый, и позапрошлый год, этот год, они очень-очень резко растут. А что говорят ваши коллеги, депутаты Госдумы? Вы знаете, в коридоре они с нами согласны. 100%. А в зале... Вот правительство говорит, якобы денег нет. Ну вот читайте, 100, где-то 20 миллиардов рублей в год нужно на детей войны. Вот Государственная Дума определила, что за год, в прошлом году, хищение, нарушение финансовой дисциплины, хищение от бюджета составили больше триллиона рублей. То есть в 5
раз больше хищения бюджета всем и нарушения дисциплины финансовой, чем на детей войны. Ну вот возьмите за руку того, кто эти народные деньги истратил не по целевому назначению, но с нарушением, и в 5 раз больше будет. То есть детям войны дадим, и еще запас останется 400 миллиардов рублей. Можно еще привести, вот госкорпорации крутится 700 миллиардов рублей, им дали под развитие, они просто в банках прокрутят. То есть деньги, которые не надо ни от кого поднимать, которые не надо дополнительно налоги вводить на население или на бизнес, они есть в огромном количестве. Надо просто совесть иметь власти, помнить, что не на себя работает, а на людей. И вот еще один шаг, два шага мы сейчас делаем. 24 февраля Госдума будет рассматривать наш законопроект о том, чтобы ветеранов, это практически все же дети войны, старше 70 лет, вообще освободить от взносов на капитальный ремонт. Хотел бы сегодня у нас показать, вот в Рязанской области наши товарищи по фракции КПРФ тоже вот попытались и внесли законопроект о детях войны, как вот 16 областей приняли, ну и мы по этому образцу посмотрели. Тут меньше, конечно, льготы, чем на федеральном уровне, но тем не менее это немножко даст отдушину ветеранам нашим Рязанской области. Ну вот 27 января этот законопроект рассматривался. К сожалению, и в области Рязанской, учитывая большинство правящей партии, его отклонили. Что мы дальше еще делаем, и будем делать по стране, вернее, делаем, и по Рязанской области, наша фракция. Но мы решили попробовать начать с более такого низкого уровня, ну не то, что требования, а можно требования сказать, это же народ должен требовать-то. Значит, хотя бы сейчас в эти законопроекты, а льготам не всем детям войны, вот 12 миллионам, а тем, кто вообще не имеет никаких льгот. Ну, вообще не имеет. Их 2 миллиона 850 тысяч. Ну, около 3 миллионов. Ну, мы думаем, если уж у коллег в Государственной Думе не поднялась рука за всех, то хотя бы вот за этих совсем обиженных, совсем обездоленных. На них нужно в 4 раза меньше денег. Это порядка 30 миллиардов. Это масштабы страны очень небольшие деньги. Я говорю, триллионы исчезают. И мы могли бы сейчас уже, вот начиная с этого года, может быть, даже имея право закон обратную силу, то может 1 января им дать целый ряд каких-то льгот. Я говорю, ну проживут они, может быть, подольше. Знаете, ради этого можно закон принять? Я сейчас о чем подумал. Вот когда мы ищем героев для своих сюжетов, передач, да, мы обзваниваем человек 10, да, и вот органы, которые нам помогают, они вот из этих 10 порекомендовать могут максимум одного. У него условия получше, картинка посимпатичнее. То есть нам вот ради этой картинки, ради 2 минут, да, вот столько хлопот, а человек в этом живет много лет, всю жизнь. Ну как так? Может быть, депутатам Госдумы стоит как-то, я не знаю, поездить немножечко по регионам, посмотреть? Мы прекрасно знаем. Я говорю, у нас 2 миллиона вот детей войны, мы помогли им объединиться в свою организацию. Они нам приходят, они нам рассказывают, мы ходим к ним. Ну и посмотреть персонально, кому-то, может, кому-то совсем плохо, отдельно помочь. Мы такие пишем письма и в город Рязань, и в области, и на уровне федерального. Поэтому прекрасно знаем, да они сами рассказывают. И когда мы закон это проталкиваем, именно приходится говорить, проталкивать, мы ссылаемся на условия очень многих детей войны, прям зачитываем их письма. Это крик души. Я не расслышал, а почему детям войны? А мы труженики тыла, мы участники войны. А наша позиция, фракция КПРФ, нужна просто нормальная пенсия. У нас пенсии в 8-10 раз ниже, чем, скажем, в западноевропейских странах, чем в скандинавских странах, в Соединенных Штатах. Была бы пенсия 8 раз выше, то никакие льготы не нужны. И прожили бы, заплатили все, что нужно, и еще попутешествовали. Но поскольку вопрос о пенсиях сложнее решается, хотя мы постоянно ставим, чтобы пенсия была достойной, говорю, цены как с Западом, а зарплата пенсии 8-10 раз меньше. Это был бы самый правильный путь решения полностью обеспечить пенсии не только детей войны, но и всех достойной пенсии. Тогда бы сам по себе закон отпал. Но поскольку на этот путь правительство никак не хочет вставать, мы хотя бы частично, отдельными шагами пытаемся эту проблему решить. Вот 2 законопроекта о капитальном строительстве для 70-летних и о тех, кто не имеет льгот. У нас сейчас уже внесен в Государственную Думу. Я думаю, в феврале, в марте будем убеждать. А так мы просим вот, ветеранов, и детей войны, да и вообще пожилых людей присылать в Государственную Думу письма, где бы и
Может быть, вот этот вот, как они живут, описали, насколько это плохо. Если кто-то не знает, пусть почитает. Может, что-то внутри проснется у человека, совесть, там, сознание, не знаю. Мне очень хочется верить в то, что депутаты Госдумы успеют это сделать, пока еще есть дети войны, пока есть еще ветераны войны. Спасибо за эту встречу. Ну вот в феврале, в марте уже мы эти законы будем рассматривать, новые законы. Ну тогда давайте напомним нашим телезрителям, что у нас тоже есть сайт город62.tv. Если у вас есть вопросы, претензии, предложения, отправляйте их на сайт. Это была программа «Подробности». До свидания.